Это «Мистерии музыки» на своем ТВ. Актуальные вести нотного стана. В прошлом выпуске программы мы совершили обзорное путешествие по большим и малым концертным площадкам окрестностей. Они уже вновь ждут своего зрителя в новом творческом сезоне. Вкратце напомним, как это было. Сегодня наша музыкально-кадровая политика выглядит следующим образом. Немного музыки и веселья с празднования 235-летия основания села с удивительным названием «Надежда». Несколько зарисовок с музыкальных площадок более масштабного праздника «Дня города Креста» и нашего края. Анонсы некоторых грядущих музыкальных событий. Ушедшая неделя запомнится для нас грустью неожиданного, как гром среди ясного неба, расставания с замечательным музыкантом Антоном Линковым. Ударник легендарного ставропольского коллектива «Нота Бене», в начале 2000-х перебравшийся в Москву и плодотворно сотрудничавший с самыми разными проектами и исполнителями, от барабанды и манго-манго до группы Ольги Кормухиной «Последнее время». Антон трагически погиб на исходе сентября на гастролях Ольги Кормухиной в Италии. Эта внезапная трагическая смерть объединила всех друзей и знакомых музыканта от Санкт-Петербурга до Ханты-Мансийска, от Сингапура до Ставрополя. Еще одно доказательство того, как мы можем объединяться в трудные моменты жизни. К эфиру готовится специальный выпуск нашей программы, посвященный Антону Линкову. В нашем распоряжении эксклюзивный материал, единственный клип «Нота Бене», снятый мной еще на Sony Handycam формата видео 8 в начале 2000-х. Бродит ночь по миру, ищет света. Мокрым.
безмозглым городом в разгаре дискотека. Среди пьяных летних будней нам дали время переждать непрекращающийся танец века. Сигарета запельковал окурок и снова в бой. Но перекур — священная диета. Наперекор судьбе всегда с тобой. Знаешь, я ведь очень рад, что ты по-прежнему со мной. Но ведь не может не качаться наша лодка. Информация для всех, кто интересуется деятельностью телевизионно-музыкального клуба «Меццофорте». Первое наше заседание в текущую субботу будет посвящено памяти Антона Ленкова. Будут звучать каверы популярных песен группы «Нотабене» в исполнении самых разных музыкантов, в том числе бывших членов коллектива. К сожалению, не все из музыкантов, друзей проекта имеют возможность быть на этом заседании. В далеком Ханты-Мансийске живет и трудится Василий Чемеркин, лидер гитара, в Санкт-Петербурге Николай Костерин, бас-гитара, в Сингапуре Антон Осипов. Но все мы будем вместе, вспоминая талантливого музыканта, жизнерадостного, широкого и добродушного человека Антона Ленкова.
«От печали до радости» – так называется одна из песен Юрия Антонова. Так и есть, по сути, в нашей жизни. Сентябрь – месяц праздников под открытым небом. Дни рождения отмечают не только громадные, но и сравнительно небольшие населенные пункты. История нашего края говорит о том, что в 1783 году свыше 3000 переселенцев из Курской губернии, ведомые крестьянами с фамилиями Овсянников, Бородин и Сляднев, основали вместе слияния рек Мамайки и Мутнянки село. Приятно осознавать причастность своей фамилии к основанию родного населенного пункта. Празднование в этом году его 235-летия не омрачил даже двухчасовой проливной дождь. Концертные площадки на любой вкус, национальное подворье, спортивные состязания, конкурсы для всех, общение, вкусная еда – все это через мгновение. Не комментируем. Кадры расскажут больше любых слов о настроении и о праздничных эмоциях жителей. Мы собрались с группой энтузиастов, вот, и решили сделать не проходное мероприятие, чтобы кто-то вышел на сцене, что-то сказал, что-то спел и ушел, а сделать так, чтобы были охвачены как можно больше людей. На Ставрополье, где гуляет ветер, где дом родной, где нивы и поля, стоит село с названием «Надежда», оно в душе и в сердце у меня. Дождливым днем и в ясную погоду, ты помни, есть надежда у тебя. С российским флагом, верностью и славой, свети, надежда, родина моя. Люблю тебя, ты лучшая в России. Мы снова повторяем вновь и вновь. Всегда навеки с нами остается надежда наша, вера и любовь. Нам не забудется, как в грозном 45-м отцы и деды проливали кровь, и не померкнет их былая слава. А если надо повториться вновь, нам миром жить на Северном Кавказе и защищать границы нам с тобой, народной дружбой уберечь просторы наши, и с года в год назначена судьбой. Ведь для меня ты лучшая в России. Мы снова повторяем вновь и вновь. Всегда навеки с нами остается надежда наша, вера и любовь. Когда в степи распустятся тюльпаны, когда весной в садах поют нам соловьи, ты загляни в глаза надеждинским девчатам, любовью, нежностью засветятся они. И пусть хлеба растут, и пусть льются дети, и пусть глаза сияют наших стариков. Живи, село, и будь счастливей всех на свете, надеждаю на мир и на любовь. Люблю тебя, ты лучшая в России. Мы снова повторяем вновь и вновь. Всегда навеки с нами остается надежда наша, вера и любовь. Разные бюджеты праздников, разные масштабы гуляний. Где-то поют и танцуют мегазвезды, где-то местные таланты. Но неудивительно, что делают и те, и другие это искренне и с душой. И как итог, в случае больших и в случае малых населенных пунктов результаты схожи. Приподнятое доброе настроение от проведенного времени. Местной, рожденной здесь, и все мои предки, я иду оттуда. Были переселенцы с Курской губернии, это мой прапрапрапрадед. А я местный, здесь учился, здесь крестился, здесь и живу, и мне уже 83 года. Чуть подкачала, а так все довольны, счастливы. До
судья кушает после финальной игры. Шикарный праздник. Лучший за все время. Почему? Потому что тут весело. Надежда – это надежда. Самое лучшее село. Расскажите, что у вас такое тут есть? Наше традиционное блюдо было. Жаль, что дождь все испортил. Все испортил и все поели. А кто другому не мешает? Я понял. Здравствуйте. Ну и как праздник? Отлично. Дим за порядком смотрит. Немногословно. Немногословно. А, много не надо говорить? Очень хорошо. Организация хорошая. И артисты хорошие. Мы очень довольны. Молодцы, выдержали погоду, не погоду, молодцы все. Детки такие у нас хорошие, такие талантливые, просто вот удивительно. Мы село Надежда. Безработная или школа какая-то? Школа 13, мы будем танцевать сейчас. А что вы будете танцевать? Ромашковая Русь. А что такое Ромашковая Русь и зачем она? Ромашковая Русь – это такой танец, такой цветок. Почему у вас мальчишки не участвуют в вашем празднике жизни? Я не знаю. Потому что они не хотят танцевать с нами. Они не учат танцы. Я родился и жил в большом городе, а мечтал жить в селе. Меня так всегда тянуло к земле, и мечта моя сбылась. Ну, было бы лучше, если бы не та причина была, по которой я сюда попал. Но раз я же попал, я получаю громадное удовольствие, что живу в селе, и у меня свой огород и участок, и я ковыряю с ним, и сажаю, и собираю, и счастлив от этого. Наша съемочная группа в лице одного оператора и нескольких бытовых камер побывала и на дне города и края. Двигались мы по собственному плану. Очень хотелось побывать везде, где звучала живая музыка. Но всего две руки и две ноги этому очень сильно мешали. Нужно было выбирать. И мы определились. Вначале наш путь был в сторону джаза.
Уфимский Кайфулин джаз-бенд разноцветен во всех смыслах, неспешен, сосредоточен и очень хорош. В этот день он вдохновлял многочисленных художников, затеявших у подножия джазовой сцены пленэр.
Конечно, мы не могли не пристать к нашим старым добрым знакомым Евгению Кузнецову, Екатерине Палиховой, их коллегам. И был день, и жег праздник, и было танго. Тангерас Кузнецов время от времени отвлекался от живописания, но исключительно в целях учебно-методических. Вот он, валик великого творца. Привет, привет. Сэр, как это будет называться? Танго в городе будет у нас тут. Танго в городе? Да, это наша новая любимая тема. Вы уже выбрали танго. Напарницу? Танго скоро станет национальным танцем ставропольчан. Что вы скажете о художнике? Художник великий. Наш маэстро пишет не только прекрасные картины, но и прекрасно танцует аргентинское танго в нашем клубе Буэнос-Айрес. Он подает хоть какие-нибудь надежды? Вот он лучший. Молодой человек. Этот молодой человек лучший в танго. Он танцует замечательные, страстные композиции не только в Ставрополе, но и путешествия по всему миру. Каков! А супруга знает? Супруга тоже знает. Супруга знает. Здравствуйте, девушка. Вы знаете вот этого молодого человека? Сейчас я посмотрю, о ком вы говорите. А вот этот, который доверил свою... Где-то его видела. Где-то встречались, да. Это не тот ли Тангерас, который Тангерас... Хотите, его приглашу? Да. Бирюзовое светлое в это время суток отлично идет. Я вас приглашаю. Что делаем? Звука. Вы это видите своими глазами, друзья. Yo soy un abrazo y un adiós. Будет ли похожа картина на то, что происходит сейчас на ваших глазах, друзья? Об этом мы узнаем буквально через 15. А может ли так танцевать Сергей Николаевич Паршин? Он даже лучше танцует. Он танцует даже лучше, говорят. Ставропольское танго, которое гораздо более страстное и пылкое, чем аргентинское. Что может быть лучшей рекламой для танго? Такая очаровательная, грациозная пара. С вас один. Какие нам аплодисменты! Переходящие у вас! Кладите. Большое человеческое спасибо! Большое человеческое спасибо! Девушка, как вам картина? Нормально! Нормально? Спасибо! Вот рисуем джаз.
Джаз. Ну, то есть вот это Павел Овчинников, только годами 40 попозже, да? Потому. А почему сегрегация такая? Мужчина рисует один, еще и танцует. А девушки втроем и не танцуют. Ну, потому что мужчина уже занят танцорами. Мужчин надо беречь, они у нас для красоты. Да, конечно, надо беречь. Я согласна. Вымрут скоро последние. Полностью, пусть танцуют. Мужчина, на самом деле, более красивый, чем женщина. Потому что мужчина, вот, он ходит не накрашенный, он красивый. А женщине, чтобы... Не накладывают ресницы. Да, чтобы вот как-то соответствовать, приходится вынести все вот это вот с собой вытворять. А в Чинникову можно будет расписаться где-нибудь в уголке, что ну, он как бы послужил музой для... Вот где-нибудь там крестик внизу поставить? Можно прям написать какую-то и дальше несколько нот. Да? Это «Титаник»? Да. Затем место на джаз-площадке занял московский джаз-оркестр нашего земляка Павла Овчинникова и добавил жизни в пространство. Вот таких талантов взрастила и взращивает плодородная Ставропольская земля.
музыканты исполняли традиционные широко известные джазовые мелодии, играли от души, и это чувствовали окружающие зрители. Затем мы направились на центральную сцену Центрального парка. Там было отведено место для телевизионно-музыкального клуба «Мецофорте». Более подробно все приключения съемочной группы в День города и края в наших последующих выпусках. Не за горами значительное событие в культурной жизни региона – фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья-2018». Зрителей снова ждут потрясающие впечатления. А как иначе? Целое созвездие музыкальных имен. Джаз от Алексея Козлова и его ансамбля «Арсенал». Удивительные академические вокалисты и музыканты. Санкт-Петербургский мужской хор «Оптина пустынь» с песней «Духовной». Хореографический спектакль «Кармен» из Севастополя. Обязательно выберите время. Мы со своей стороны, что сможем, обязательно снимем и покажем вам. Это была «Мистерия музыки» на своем ТВ. Мы встретимся на следующей неделе в это же время на этом же месте. Нам будет чем вас удивлять. Не скудеет талантами ставропольская земля. Среди героев следующих выпусков вот этот замечательный коллектив из Кавказских минеральных вод. Всего доброго. Пока. Обо всем забыть и сначала все начать.